Друзья, всем привет! С вами Зомби, и сегодня у нас новые обновления. То есть мы будем играть в Клондайк, и сегодня уже можно попасть на локацию «Жемчужные лабиринты» и проходить как можно больше лабиринтов. Сейчас я только обновлю игру, а то играю то на телефоне, а вот видео с компьютера записываю. Поэтому так. Так, сейчас я зайду, посмотрю, может что-то изменилось, а может нет. Сразу скажу, что будет, как и прежде, видео разбито на каждую локацию, то есть одна локация, одно видео. И планирую где-то сделать 15 локаций. Посмотрю, если там по лайкам, просмотрам и все такое. То есть если же не зайдет, то в следующих жемчужных лабиринтах на локации разбивать не буду. А просто там сделаю одно видео, и в котором будут все локации. Ну что ж, сейчас материалы подгрузим. 100%. Что-то быстро. Подождите. А почему тут не 100%? Я не понял, почему 200? Так, ладно, это закроем. Подарок. Так, ладно. Пропускаем. Кстати, я собрал уже... О, жемчужные лабиринты. Корабли викинги в этот раз, да? Что-то с викингами связано. Так, я собрал 12 тысяч энергии. Маловато, но все-таки собрал. Динамит я использовать не буду. То есть конкретно на этой локации динамит я использовать не буду. И хочу просто вам показать, как проще всего пробираться, не тратя максимальное количество энергии. Поэтому это будет первое видео. И на нем будет только одна локация. Соответственно, ссылки на остальные видео будут в описании. Так что смотрите, ищите свои локации. Так, а я загружу материалы, хотя уже загрузил. Окей. Кстати, я помню эту локацию, ее даже не изменили походу. В прошлом обновлении такая же локация была, у меня даже видео осталось. Так, сначала пройдем как можно дальше, потом уже пооткрываем ценности. Что такое? Что? Герой из The Finish Spot. Чего? А, это рыба. Рыба. Подожди, что за... А, рюкзак с наживками, ну как всегда. Я не хочу сейчас ловить рыбу. Успокойтесь, не надо мне это сейчас делать. Так, удочка есть. Я, наверное, наживок сделаю побольше. Пусть будут. Они нам пригодятся. Так, дальше по мосту пройдем и сразу посмотрим задание. Так, это магаз, как всегда. Пермазерс. Так, это главная награда, я так понимаю, корабль. And get the main prize. Это главный приз, но... Типа корабль в выгляде стола. Но это прикольная декорация, кстати. Я даже знаю, куда ее поставить в своем парке. Так что этот корабль я 100% буду забирать. Но надеюсь, что это будет локация после того, как закончит он давать нам энергию. Почему энергию? Ну, потому что вот все награды нам постоянно дают энергии. Энергию. Так, кстати, я всего 200 энергии потратил только. Уже почти прошел локацию. Ну да ладно, вот сейчас 200 энергии потратил, локация почти пройдена. Но это может из-за того, что первое просто, поэтому полегче будет. А там, насколько я знаю, есть такие локации, что на одну понадобится и 1500 энергии. Так что сами смотрите. Так, здесь сразу открою. Эту ракушку нужно вырубить.
Окей, там я все открыл, мне нужно пройти вот сюда. Ключ нашел, кстати, уже, и в принципе мне осталось врата найти. Только где они? Вот здесь что-то еще непонятное. Так, здесь тотемы, вазы и все такое. Ладно, я так понимаю, врата где-то здесь будут. Что-то я не понял. Я, кажется, неправильно энергию почитал. То есть я уже 500 энергии потратил. Так, теперь мне нужно открыть вот этот сундучок. Сейчас я себе фото сделаю для вас, так сказать. И сразу же открою этот сундук. Так, ладно, открываем. Открываю сразу врата. Open. Забираю карту и задание, подождите. Так, окей. У меня есть одна уже карта, топ-26. Да ладно, можно даже в топ попытаться попасть. Топ, Ой. Короче, напишите, как правильно. Я не знаю. Так, ладно, эту открываем все, потому что задание нам открыть сундуки, и я так понимаю, я все вот эти сундуки не смогу открыть на одной локации. То есть мне, грубо говоря, не хватит сундуков. Мне придется на следующей локации уже открывать сундуки, а все вот остальное открыть в последнюю очередь, чтобы выполнять сразу второе задание. Так. И там, кстати, есть вопросы. То есть, если вы найдете на локации, допустим, 13 или 12 сундуков, может даже 14, не спрашивайте, где 15, потому что он находится на следующей локации. Я помню, в прошлых лабиринтах эта тема была актуальна. Где 15 сундук? Как найти 15 сундук? Почему у меня нет 15 сундука? Вот, в общем, как-то так. Поэтому, если у вас не хватает сундука для того, чтобы пройти задание, он будет находиться на следующем острове. Надеюсь, это всем понятно. Так, вроде я здесь все открыл. Вроде. Возможно, что-то пропускаю, но... Судьба, походу, такая. Так, здесь что? Как я это строю? Чтобы нет, то заберем, заберу. Так, это тоже строю. И все, я так понимаю. Локация закончилась. Сколько я сундуков нашел? 10 только. Ну, раньше я помню, на первой локации я 14 сундуков нашел сразу. Ну ладно, 10 тоже нормально. Ну что ж, на этом все, буду заканчивать. Увидимся в следующем видео на следующей локации. Всем удачи. Ссылка в описании.